Друзья, всем привет! Небольшой обзор нашего объекта, который мы закончили в Истринском районе. Вот такие вот красивые фасадные панели, дёки клинкер. Это деревянный дом из бруса, который мы сделали утепление 10 мм минераловатным утеплителем. Дальше у нас идет обрешетка и вот такая вот красивая фасадная панель. Окна мы обошли фиброцементным сайдингом Decover. С четырех сторон у нас идет. Ширина вот этого наличника у нас 13 сантиметров. Откосы сделали тоже из Decover. Закрутили вот на такие вот саморезы небольшого размера, которые потом закрасили. Вот они наши саморезики. Снизу идет обычный металлический отлив. Цоколь у нас сделан из тоже фасадной панели дёки клинкер, только другого цвета. Так как у нас отмостка идет не в уровень, снизу установили металлический G-профиль, потому что замки у нас срезаются, и чтобы резанная часть была более-менее аккуратно смотрелась, установили вот такой вот G-профиль. Здесь вот у нас, так как у нас ленточный фундамент, нужно делать вентиляцию цоколя. Вот такие вот вентиляционные решетки установили металлические. Углы сделали из таких вот угловых элементов, которые идет у этих фасадных панелей в цвет. Здесь вот у нас идет стена. Вот так вот это все смотрится. Тут окон нет у нас. Также на этом доме мы сделали подшивку свесов пластиковым софитом, тоже от производителя Дёки. Вот если посмотреть, вот так это смотрится. И сейчас я подальше отойду. Вот отсюда видно, вот эта вот лобовая доска, тоже сделали ее из Decover на фронтонах. Также сверху у нас там есть небольшое такое чердачное помещение, которое необходимо вентилировать, так как крыша у нас двухскатная. Вот мы установили такие вот вентиляционные решетки под восьмигранник. Вот, с помощью них будет происходить вентиляция чердака. Вот такая вот небольшая работа, которую мы здесь сделали. Небольшой обзор нашего объекта.